Уборка дворов многоквартирных домов – задача управляющих компаний. Однако контроль за их работой по расчистке дворов от снега и наледи – одна из компетенций органов администрации. В условиях сильного снегопада, когда в городе выпал большой слой снега, такой контроль необходим постоянно. Во время снегопада и даже до начала снегопада, естественно, уведомляются хозяйственные субъекты, в том числе и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Выдается уведомление о необходимости принятия мер по очистке входных групп и прилегающих территорий в виде тротуара. Да? В случае невыполнения своевременно, в определенное время, да, то есть возможно привлечение к административной ответственности за непринятие мер, либо за недостаточное принятие мер. В случаях ненастья собственных сил управляющим компаниям хватает не всегда, и тогда приходится привлекать стороннюю технику. Мы им там помогли привлечь технику с близлежащих предприятий и организаций дополнительно, чтобы они эффективность и работа была более высокой. Своевременная и качественная очистка дворов и территорий возле магазинов, коммерческих организаций – это обязанность хозяйствующего субъекта, за исполнением которой и наблюдают контролирующие органы. В данном случае управляющая компания собственной техникой, либо привлеченной техникой выполняет работы по очистке придомовой территории, что входит в их обязанность и за что, собственно, собственники помещений производят оплату. Помимо техники приходится привлекать рабочих с лопатами, ведь припаркованные повсеместно машины затрудняют уборку трактором. Однако, как мы видим, совместные усилия дают результат. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».